Золотая осень – пора не только красивых пейзажей, но и время уборки опавшей листвы. В рамках месячника по наведению порядка на земле и благоустройству проходят субботники. Кроме улиц и дворовых территорий, работа будет проводиться и на придорожной зоне. Так, в минувшие выходные сотрудники ЖЭС номер 2 вышли на сбор листвы по улице Заслонова. Есть и люди, которые приходят помогать нам в уборке территории. Конечно, их немного на данный момент, но желаем, конечно, побольше активности жильцов со стороны, потому что есть люди, которые возле своих подъездов убирают, есть, которые люди приходят, где-то помогают, приходят в ЖЭС, и давайте мы поможем, возьмем грабли и поможем подгребчить территорию. У нас сейчас на данный момент проводится месячник наведения порядка на территории Солигорска, и у нас сейчас активно занимаемся уборкой лесу, потому что у нас уже период осенний, где нужно больше и больше работать и заниматься уборкой территории. Планируется повсеместная уборка ветровальных и сухостойных деревьев при необходимости уничтожения инвазивных растений. На контроле коммунальных служб остаются вопросы о ликвидации несанкционированных свалок в лесу и в зонах отдыха. Месячник по наведению порядка будет проходить до конца октября.